Здравствуйте, я бы хотела рассказать несколько слов о траурной открытке. Траурная открытка – это не новинка в похоронной отрасли, она уже известна очень давно. Но такое направление, как траурная открытка в стиле скрапбукинга – это, можно сказать, новинка. Скрапбукингом я начала увлекаться года два назад. И когда пошла работать в похоронную отрасль, у меня возникла такая идея сделать эту открытку своими руками. Для чего нужна эта открытка? Всем известно, что на похороны принято давать деньги. И чтобы это было эстетично и красиво, это можно сделать вот в таком красивом конверте ручной работы. Преподнести денежки. А траурную открытку можно подарить близким родственникам со словами соболезнования. И принести эту открытку на могилу своему близкому родственнику или в колумбарную ячейку поставить. Еще можно использовать ее таким образом, заказав венок на венке, к венку приложить такую открытку и сделать траурную ленту. Это будет очень красиво и достойно. Спасибо.